Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 января. По одному из древних славянских календарей в этот период продолжается неделя памяти працев. По народному месяцу слову – бабьи каши. В день бабьих каш было принято чествовать повивальных бабок. Им приносили щедрые подарки и угощения. Приходили с детьми, чтобы бабки их благословили. А особенно в этот день к повитухам рекомендовалось ходить будущим мамам и молодым девушкам. Позднее православная церковь стала отмечать в этот день праздник Собор Пресвятой Богородицы. А бабка повивальная в деревне всем родня дальняя. Ни одни родины не обходились без повитухи. Бабка пособляла роженице, и была она, как говаривали, с руками. Зная обычаи старины, знала и дело свое. При муках роженицы баньку затапливала, вываживала ее по солнцу. Бабканье-повиванье утворялось добрым словом, добрыми травами, добрыми молитвами. Одымляя роженицу, то есть запалив березовую лучину и поджигая полынь с травой бессмертника, бабка родила о легких родинах. О Богом данном даре повитух, родимице-родильнице пособлять, было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например, «У каждой бабки свои ухватки». «Погоди, не роди, а за бабкой сходи!» «Бабка придет, всякому делу подсобит!» «Бог с милостью, а бабка с руками!» Хорошая повитуха всегда была на расхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша. Благодарные крестьяне вечером этого морозного январского дня с женами и детьми шли к повивальным бабкам, несли с собой пироги, сало или мясо на щи и муку для блинов. Такие подарки символизировали достаток и должны были призвать в дом повитухи богатство. Да и сами угощались знаменитыми бабкиными кашами, которые в этот день и готовили. В отличие от обычной, бабкина или крестильная каша была богатой, то есть скоромной, сытной и очень вкусной. По крайней мере, для нее не скупились на такие добавки, как молоко, сливки, масло, яйца. Готовую кашу украшали маком, ягодами, орехами, половинками яиц. Запекали в ней курицу или петушка, в зависимости от того, родилась в семье девочка или мальчик. Помимо продуктов, повитухи дарили кусок холста или полотенца, чтобы дорога у принимаемых ею детей была легкой, роды легко прошли. Каши почивали каждого приходящего на огонек, да не абы как, а непременно с заковыкой. Например, отца, недавно родившегося младенца, кормили кашей с потехою, в которой был намешан хрен, перец, горчица или положено соли сверх всякой меры. Считалось, что таким образом супруг, если вдруг роженица будет испытывать какие-либо трудности или боль при родах, то частично он возьмет их на себя, чтобы облегчить своей женушке роды. Молодую мать одаривали грецкими орехами, чтобы молоко прибывало, а ребятишек угощали кашами сладкими, рассчитывая на их благосклонность к новорожденному. Кроме того, каждому из них, чтобы был речист, боек и за словом в карман не лез, горстями выдавали сладкие орешки и сушеный горох. Перекатывая это лакомство во рту, дети переставали картавить, шепелявить, а кроме того, избавлялись от порока, который в народе называли «кашей во рту». А еще по бабкиным кашам на судьбу гадали. Если во время приготовления вылезала она из горшка в сторону печи, рассчитывали на счастливый, благодатный год. В этот день, в полдень, в доме, где имеется младенец, поднимали ребенка выше своей головы. В это же самое время читали специальные заговорные слова, чтобы ребенок был счастлив. А еще не в столь далекие времена матушка собирала ребятишек к вечеру и учила их славить Рождество,
обсыпать зерном на долгий век, на счастье, на благополучие. Проще простого было в праздничный час выдать по ломтю пирога да побаловать детей клюквой на меду. Но матушка знала, не во всяком дому каравай выпечен, да еще чтобы всему семейству вдосталь. И вот поэтому ребятишки должны были заслужить угощение, всем миром ребячим отведать поровну и сыти, и сладостей. «Подайте коровку масляную головку, на поду печену, коровку золочену!» И в ребячий короб от всякого дома выносили и большухи, и девицы-невесты обрядовое печенье, которое по своему обличью сродни скотинке. А ребятишки подзадоривали: «Ты, хозяюшка, подай! Ты, отрадушка, подай! Подавай, не ломай! Отломишь немножко – будет ермошка, отломишь горбушку – будет Андрюшка, а подашь середину – быть свадьбе!» И так ребячий короб тяжелел, и гурьбой словильщики бежали к чьей-то протопленной баньке, где и делили между собой угощения. Это было радостное время игр и забав. Дети узнавали друг друга и по-детски были счастливы, запоминая это зимнее чудесное время. В этот день примечали: если день ясный, то будет хороший урожай проса. Синички с утра пищат, можно ожидать к ночи мороза. А вот беспрерывный крик ворон и галок сулит снегопады и метели. Каша в печи подрумянится — к снегу. Радости и счастья вам, славяне! Братья-месяцы.